Я поделюсь с вами очень классным и быстрым рецептом. Нам понадобится такой сельдерей. Значит, я обжарила чесночок, потом мелко нарезала туда сельдерей, залила сейчас таким томатным соусом. И сейчас рыбное филе. Это кабельяо, похоже на наш судак. Можно его нарезать кусочками. И вокруг это все обкладывается брокколи. И накрывается крышкой, и все это протушится. И вот вам уже, пожалуйста, рыба с гарниром. И в самом конце, когда уже будет готово, это будет буквально через минут 10-15, я еще положу сюда черных оливок и положу ялапеньонс. Это острый зеленый перчик, консервированный. И самое главное, что солить это блюдо нужно аккуратно, так как маслинки и маленькие каперсы уже соленые. Угощайтесь! Больше рецептов на моем канале «Одесситка в Швейцарии» в плейлисте «Здоровое питание».